Маленькие ножки скоро зашагают в красивый детский сад. Теремок в городе Барыше готовит к приему детей. Капитальный ремонт проводится на протяжении 2 лет. Рабочий уже близится к финишу. После того, как отделают стены и пол, надо будет обновить интерьер, закупить игрушки и оборудование. Уже заключены и уже частично привезено оборудование, новое оборудование на пищеблок в детский сад. Заключены договора на холодильное оборудование, машинки, автомат. И плюс заключен договор по привозу мебели, новой мебели для ребятишек. Теремок – это единственный садик в восточной части города Барыш. Учреждение рассчитано на 80 ребят. Они разделены на 4 группы. Детишки из этих краев на протяжении 2 лет посещают другой сад. Родители ждут завершения ремонта, потому что теремок находится в шаговой доступности от их домов. Пока временно мы вводим детей в детский сад «Ладошка», который находится, конечно, далековато отсюда. Поэтому мы очень прямо с большим нетерпением ждем все это, когда закончится и откроется детский сад. Ремонтируют теремок по нацпроекту «Образование». На работы выделено 28 миллионов рублей с учетом подорожания стройматериалов. 5 миллионов вложено в благоустройство территории. Сад планируют открыть в сентябре этого года. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.